использование Pathfinder для прорезания окошек. Условно можно так назвать окошки. Одно окошко. Второе. Третье. Четвертое. Можно было их размножить. Но пускай они будут все разные. Равномерно распределенные. Теперь мы выделим эти окошки. И в конце выделим вагон. И попробуем. Вот эту кнопку. У нас видно, 4 окошка стали прозрачными. Чтобы убедиться в этом, добавим сюда какой-то фон из библиотеки. Фон автоматически располагается под всеми рисунками, которые мы нарисовали. И видно теперь, что если мы едем в вагоне и смотрим в окошке, то у нас будет видно все, что творится за этими окнами. На 10-й секунде вагон окажется вот здесь. И действие наше будет выглядеть так.